Дошла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она вышла, у нее на голове спрут, он ей закрывает глаза, и она руки вперед протягивает, как будто ничего не видит. Все понятно. Хорошо. Защищаем ее физически биоробот защитным потоком и чистых энергий абсолютно. Берем Нелли в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Нелли поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы здесь. Спрута видно? Да. Я даю команду на счет 3. Этот спрут летит в клетку тюрьмы. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Готова. Отлично. Мы приветствуем Нелю, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она не понимает, где она. Неля, вы заказали у нас чистку и 10 вопросов к куратору. Мы попросили вас освободить от интерферентов, мы вас подняли. Кивает. Вы даете свое согласие, или мы вас вернем назад в биоробот? Она смотрит на спорта. Это еще не все. Она говорит, вы можете убрать. Мы уже его убрали. Мы хотим всех убрать. Вы даете нам согласие на работу. Если не даете, мы возвращаем вас назад. Она сейчас смотрит на себя вниз. У нее глаза расширяются. Уберите их все, прошу вас. Вы даете нам разрешение? Третий раз спрашиваю. Дает. Хорошо, я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Нелли, под ногами. 360 градусов вокруг нее. Ложником 1, 2, 3. Сканер сканирует систем тонких тел Нелли, находит все. Инсектоид. Инсект, понятно, хорошо. Инкуб. Инкуб. Дракон. Дракон. Синий. Синий дракон, хорошо. У нее бес. Бес. Сколько герц? 8. 8 герц. Еще кто-то? Все. Итак, у нас спрут, инсектоид, инкуб, синий дракон и бес. Какая веселая команда. Хорошо, все знают, где она находится. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы. Вы обязаны на них отвечать. Кто не будет отвечать или не будет исполнять мои команды, моментально получает очень ощутимый удар. Я не желаю вам испытать, но на чистоте каждого интерферента у нас есть оружие. Я даю команду тонкой копии Нелли спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной и патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Нелли. Бес, сколько ты находился в биополе? Подожди, Влад. Да? У нее есть что-то на руках, на ногах какие-то такие ярко-красные полоски толстые, как метки какие-то. Кто из присутствующих установил? Никто из них. Отлично. Включаем внутренний белый свет Нелли. 1, 2, 3. И внутренним белым светом Нелли выдавливает из себя 100% этих меток. С руки, с ног, где бы они находились в ее биополе. 1, 2, 3. Свет пошел, эти метки выходят, формируются в шар. Да, готово. Отправляю в клетку тюрьму. И от этого шара выстраиваю канал к ответственному. 1, 2, 3. Притягиваю всех ответственных, стоят в клетке тюрьмы. Где бы они находились. Да, будет так, а так и есть. Это старые какие-то, не знаю, магия это или нет, но это зависть очень сильная какой-то женщины. Она притянулась? Но он, знаешь, как в экране, фантом, то есть она... Не живая уже? Считай информацию. Или не живая, или перестала интересоваться ей. Хорошо. Фантом стоит, притягивая оригинал, стоит в клетке. Да, она голову вниз отпустила, а руки внизу у нее цеплены. Это женщина? Да. Считай у нее имя. Тамара. Тамара, ну что ж, попалась ты на своей черной магии. Она, знаешь, как в забытье в каком-то. Хорошо. Я не уверена, что она жива. Давай поставим маячок. Зеленый, живая, красный, ушла. Какого цвета маячок? Живая, но ушла. Это как? Живая, но ушла? Душа живая. Биоробот мертв.
Понятно. Хорошо. На каком уровне ты сейчас находишься, Тамара, со своей магией? Минус один. Минус один. Ну что ж, как там на уровне минус один? Расскажи. Забытие пока. Ты давно ушла из этой жизни? 4 года. 4 года назад. Понятно. Тут твои метки мы нашли, которые ты установила на Нелю. Почему ты ей установила эти метки? Объясни мне. Мне жаль. Язык злой был у меня. Хорошо. У тебя есть сегодня уникальная возможность попросить прощения у Нели. Если Неля тебя простит, тебе спишется очень большой. Я знаю. Вот эту возможность я тебе сегодня могу предложить. Ты хочешь ей воспользоваться? Очень хочу. Хорошо. Тогда начинаем работать. Итак, как у нас с реверсом? Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Неля забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Неля себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Энергия возвращается. А от меток возвращается что-то? Посмотри. Мы не ставили канал к ним. И выстраиваю канал к этим меткам. 1, 2, 3. Реверсом забираю. Все чистое, светлое, все божественное. Все, что находится на чистоте Нелли. 1, 2, 3. Она неправильных действий много делала из-за этих меток. Хорошо. Второй канал выстраиваем. И реверсом отдаем весь негатив, который пришли от этих меток. 1, 2, 3. Все пошло в этот шар. Забираем чистую и отдаем всю темную одновременно. Пошел процесс. В общем, это зависть, красные метки, она как поедала Нелли. Угу. Из-за этого она делала неправильные поступки. Хорошо, ждем, пока все вернется и туда, и назад. Готово. Хорошо, так, тогда начнем сейчас с Беса. Бес, как долго ты находился в этом биополе? Почему находился, я и нахожусь. Как ты сейчас в клетке находишься? На моей подключке. Хорошо. Биополе. Итак. 4 года. 4 года. На что ты зашел? Покажи ситуацию. Что он говорит? На страстные желания. Он показывает когда меланхолию и мысли постоянные. Он привел инкуба. Он чтобы инкуб. Проще зайти было. А, понятно. Значит, инкуб тоже сидит около 4 лет, да? Столько же. Столько же, 4 года. Значит, ты пришел на меланхолию. Скажи мне, есть лярвы и биополе? Да, есть. Ты хочешь попросить меня забрать эти лярвы? Да, он бы поживился. Хорошо, давай выходи. Сначала снимай все, что ты оставил в ее биополе. И на месте доложи мне все, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. И скажи мне, где лярвы находятся. Не, как колготки такие высокие снимает. Но это он утяжелял. Нет, он раздражал ее. В депрессию вводил. А, вот этими колготками в депрессию вводил, да? Да. Хорошо. Ей постоянно что-то не нравилось, раздражало ее, но она не могла понять, почему. Это чувство сидело в ней. Нетерпение, злость. И она не могла понять, откуда. Хорошо, вот, виновник торжества стоит рядом. Не всегда, но иногда она не могла контролировать это. Ее просто раздражало что-то, и все, без причины. С рук тоже снимает. Неля, вы видите это все? Она замерла, просто кивает. Хорошо, не бойтесь. Мы же сказали, мы всех уберем. Страха не должно у вас быть. Мы всегда рядом. Она говорит, я боюсь спросить, а кто вы? Неля, вы нам писали с просьбой очистки? Или вы спрашиваете, кто мы в клетке, в комнате диагностики? В комнате диагностики. Мы ангелы. Вы закрыли, спрашиваете? Но она стесняется спросить. Она не понимает, где она, потому что этот спрут, он полностью ее... Кашу сделал. Хорошо, я все понимаю. Закрывал. Понятно. Хорошо, ждем беса. Снял все. Хорошо, бес, разрешаете забрать все лярвы. Приступай. Лярвочки, лярвочки мои. Припевает. Это да. Сердце и низ живота. Сердце и низ живота. Понятно. Низ живота у нас там сидел инзиктоид со своим инкубатором наверняка. Готово. Отлично. Синий дракон. Считай цифры над головой синего дракона. 1-7-42. 1-7-42. Синий дракон. Как долго ты находился в этом биополе? 7 лет. Цель твоего пребывания?
Сбор информации через плату. Ты воздействовал на нее через плату или только собирал информацию? Ты транслировал что-то? Собирал информацию. Ты хочешь сказать, ты не воздействовал? Ты же меня не будешь обманывать в моей комнате диагностики? Вместе с информацией забирал энергию. Ну вот, видишь. И сколько процентов энергии ты забирал? Он ей перекрывал к знаниям путь. Синий дракон, а что такая у тебя агрессивность? Я вот не понимаю. Тебе показать, как это неприятно вообще, когда он тебе воздействует на тебя? А? Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Стоп, стоп. Что стоп? Ты 7 лет сидел, стоп. Еще пытался мне здесь врать, убирая печать. Ты в серьезную ситуацию попал, синий дракон. Если она захочет, она тебе сегодня метку поставит, и ты с этой меткой уйдешь. И никогда уже тебе не будет покоя в твоей жизни. Ты это понимаешь? Он говорит, она не сможет. Я смогу, если она мне скажет. Выходи, синий дракон, вытаскивай все свои платы, отключайся полностью, возвращайся в клетку тюрьму, докладывая о готовности к проверке. У нее внутри страх. Они все у нее забирали спокойствие. Хорошо, бес. Для тебя, похоже, сегодня веселый день будет. Хочешь забрать эмоциональный фантом? Готов принять. Да понятно, что готов. Хорошо, жди тогда окончания, пока все эти заберут космические. Как ты с ними вообще там сидел столько лет? Инкуб разделил нас. А, вот как, хорошо. Снял дракон плату. Хорошо, инкуб, выходи. Снимай все, что ты оставил в ее биополе, ничего не забывай, отключайся полностью и возвращайся в клетку. Но он ей комплименты говорит. Ну да, это любитель комплиментов. Все снял. Хорошо, инсектоид, сколько ты находился в биополе? Он как хрюкает. 3 года. Хрю, хрю, хрю. 3 года. Хорошо, у тебя есть инкубатор? Да. 1 или 2? 3 года один, 3 года другой. Значит, ты уже 6 лет находишься в ее биополе? Ты же мне сказал 3 года. Ты же мне сказал только что 3 года. Или ты имел в виду 3 года стоит инкубатор. Хорошо, 6 лет ты находишься в этом биополе. Хорошо, инсектоид, выходи, вытаскивай свои инкубаторы, отключайся полностью, обязательно высасывай жидкость, ничего не забывай. Возвращайся и докладывай о готовности к проверке. 3 года он имеет в виду другой инсектоид был. А кто этого 3 года был, да? Был Почет... другой. Понятно, он его сменил, да? Он его сменил, да. Инкубатор стоит первого инсектоида, и он сделал свой второй. Значит, 2 инкубатора у нас стоят. Это очень сильное массивное воздействие на ее желудок и на живот. После этого человек очень сильно полнеет, ему хочется кушать. Ты провоцировал ее инсектоид на поглощение пищи, что человек не мог остановиться? Голод у нее был из-за того, что он раздвигал. Голод у нее был от того, что он раздвигал. Ну хорошо, Неля теперь точно знает причины, когда она испытывала это состояние, кто был за это ответственный. Он все снял. Хорошо, Спрут, сколько ты находился в этом биополе? 12. 12 лет. Тем самым ты занял первое место по вреду, который ты оказал этому человеку. 12 лет – это очень много, Спрут. Выходи, вытаскивай, отключайся полностью, в жидкость забирай, ничего не забывай. У нее плечи, на плечах висят присоски, щупальца. Как она ощущала твое воздействие на физическом уровне? Вверх идет шея, виски, затылок. Давление, сжатие. Какие ощущения было? Что она испытывала? Слепоту. Слепоту? Внутреннюю. Не видит, куда идет. Не видит цель. Че ты не мог спокойно сидеть, подпитываться энергией? Зачем такое массивное воздействие делать? Использовал ситуацию, что места человек... ему не хватало. Скатываться вниз начал он с головы. Глаза закрыл. Готово. Хорошо. Перед тем, как мы перейдем к следующему пункту, кто из вас присутствует в квартире Нелли? Есть палата у дракона. Хорошо, синий дракон. Я тебя сегодня буду отпускать, когда мы закончим, на твою чистоту. У нас пока нет заказа на чистку ее квартиры, но он может поступить в любой момент. Через 10 минут ровно я буду в ее квартире. И если я в этой квартире обнаружу твои платы,
или тебя, или платой притяну тебя, то это будет очень серьезный у нас с тобой разговор. Поэтому я тебе рекомендую, после того, как я тебя сегодня отпущу, тихонечко соберешь все свои платы, уйдешь в порталы, пока они открыты, и больше никогда не появишься. Ты меня услышал? Да, услышал. Отлично. Подхожу к Нелли, помогая моей энергии сделать импульс высоковибрационного шока удара и отсечь от себя все каналы, ведущие к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Нелли и проецирует тебе все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Все это низковибрационное, ей же сгенерированное, проецируется на эмоциональном фантоме. Много у нее чего вышло. Хорошо, Нелли, вы видите это все? Это все ваше. Это ваши страхи и все эти состояния негативные. Вы готовы избавиться от этих энергий? Да, готов. И сворачиваете энергии в шар. Спрашиваю, беса, бес забираешь? Да. Хорошо, отправляю этот шар бесу. Что не то, что ли? Хорошо, бес, буду тебя отпускать. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй и ставлю огненную пентаграмму. Есть. Хорошо, синий дракон готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Его плата остается здесь, синий дракон уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Под платами открывая портал в галактическое ядро, плата уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Инкуб готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Инсектоид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. 1, 2, 3. И он забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готов. Хорошо, спрут, 12 лет твоей беззаботной жизни здесь закончились, ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Да. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо. Все, с этим мы закончили. Клетка пустая, посмотри, пожалуйста. А, Тамара стоп. У нас. Тамара у нас осталась. Хорошо. Неля, у нас сейчас такая ситуация. Это Тамара, которая навела на вас порчу много лет назад, хочет принести вам свои извинения. Вы проявите очень высокое великодушие, если вы выслушаете ее и простите ее. Это облегчит ей жизнь на том уровне, где она сейчас находится. Находится она на очень низком уровне, -1. Вы готовы выслушать ее? Я выслушаю. Хорошо. Тамара, у вас есть шанс. Пожалуйста, скажите, что вы хотели сказать Нелли? Неправая была. Раскидывалась злыми словами и взглядами. Желала плохое и негативное вслед. Но сейчас моя душа страдает. И если хоть кто-то может простить меня, это даст ей свет, чтобы идти выше, к свету. От всей своей души я прошу у тебя прощения. Это был мой негативный опыт, и пока еще можно. Я молю тебя, прости меня за мой вредный язык. Неля, ваше слово. Она не знает, как себя вести. Неля, как отец нас прощает все наши грехи, так и мы должны прощать всех, кто нас обижает. У вас есть сейчас уникальный шанс. Я прощаю тебя. От всей души прощаю тебя. Пусть мой свет и прощение поможет тебе идти дальше к свету и перестать быть такой злобной душой. У тебя будет шанс проявить себя в доброте. Прими мое прощение. Тамара,
Знаешь, она ей отпустила свет, такой круг, такой как шар света. Да. И он в Тамару зашел, и она вот как жажда у нее так поглотила на его. Отлично. Хорошо, Тамара. У нас получилось. Вам прощено. Это вам поможет в дальнейшем вашем развитии. Благодарю тебя, добрая душа. Во благо. И от нас давай сделаем энергетическую свечу с энергиями любви абсолюта. 1, 2, 3. Тамара, возьмете себе в дорогу? Я благодарю вас за этот свет. Он мне очень нужен. Отправляю эту свечу Тамаре. Сейчас в нее войдет. Он вам покажет путь. Но она насыщается им. Я не знаю даже, как сказать. Вот она как ест его, этот свет. Он внутри нее, и она насыщается этим светом. Как закончится, скажешь. Оно будет продолжаться. Можем отпускать ее так. Отлично. Хорошо, Тамара. Мы желаем вам всего наилучшего. Несмотря на ту ситуацию, в которой вы находитесь, сегодня мы большой шаг сделали к вашему освобождению. Надеюсь, в следующий раз у вас все будет хорошо. А сейчас мы будем открывать вам портал на вашу чистоту. Вы готовы уходить? Я благодарю вас за все, что вы сделали для меня. Это поможет мне идти дальше. Безусловно. Я готова уходить. Безусловно, во благо. И всего вам доброго. Открывается портал на чистоте Тамары. 1, 2, 3. И Тамара уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. И под этим шаром с метками открывается портал в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Аннулировано. Есть. Хорошее дело сделали. Хорошо, поехали дальше.